жарко. В этом жарко автобусе. А сегодня в 5 А ехала в троллейбусе с кондиционером. А вообще с кондиционером автобусы попадались? Автобуса нет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, с кондиционером троллейбус? Или нет, жарко? Жарко. Вот в общем пользуюсь общественным транспортом. Чаще всего с кондиционером. Но это троллейбусы. Троллейбусы, а общественный транспорт без кондиционера. Автобусы. Автобусы, да. Вот жарко вот ездить. Ну, конечно, жарко, особенно сейчас в жару. Вот, так что троллейбусы комфортно. Жарко в автобусе было, сейчас ехал. Да. Адская пара, жарко. Вот так вот. В автобусах все окна открыты, но такое чувство, что хочется молотком разбить и парочку еще открыть. Ну, чтобы хоть какая-то прохлада была. Да. Что добавите? Меня все устраивает, экономим на сауне, так сказать. То есть лишнего не переплачиваем. Сравнивайте с сауной. Ну, как минимум, да. Ну, неизвестно, насколько в аду горячо, но тут тоже сравнимо, наверное.